В центральной мечети Усть-Джигуты прошел районный конкурс на лучшее исполнение азана. В состязании приняли участие 50 человек из разных населенных пунктов Усть-Джигутинского района. Члены жюри оценивали не только талант исполнения, но и правильное произношение слов на арабском языке. За ходом конкурса наблюдал и наш корреспондент Алихан Липшоков. Азан является одним из важнейших атрибутов ислама. 5 раз в день азан призывает правоверных мусульман к обязательной молитве. От лица муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердиева всех участников конкурса поприветствовал кадир республики Муратбей Хаджи Лайпанов. Он подчеркнул, что все победители районных этапов примут участие уже в общереспубликанском конкурсе на лучшее исполнение азана. В Джигутинском районе решили провести, так скажем, первую ласточку этого конкурса. Потом этот же конкурс будет проводиться и в других районах нашей республики. И, конечно, уже будет проводиться республиканский конкурс чтецов азана. Это уже, иншаллах, я думаю, к концу года в республиканском центре города Черкесска. Мы все прекрасно знаем, что азан является неотъемлемой частью богослужения у мусульман. Это является сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Конкурс проходил в 2 возрастных категориях – до 14 лет и старше. Представители жюри с особым вниманием оценивали участников, обращая внимание не только на красивое исполнение азана, но и на соблюдение правил произношения арабских слов. Каждому из нас необходимо уметь правильно воспроизводить азан, и мы уверены, что такие конкурсы позволят проявить свои способности, отмечают участники. У меня больше чувств было, когда я видел молодых ребят, наших братьев, с одеждой, на спине написано «Школа хафизов». Я больше обрадовался детям, которые пришли сюда, дедушкам в каракулевых папахах. Это больше меня обрадовало. А перед тем, как выступить, я обрадовался тому, что со старой Джигуты, откуда я родом, все тот же самый азан, который я хотел сказать, то, на эту мелодию говорили. А так мандража никакого не было. В итоге победителем возрастной категории старше 14 лет стал житель Усть-Джигуты Нюрислам Башиев. Кади Карачаева-Черкесии Муратбей Хаджи Лайпанов вручил почетную грамоту и денежный приз победителю. «В первую очередь я благодарен своим преподавателям, которые обучили меня правильному исполнению азана», подчеркнул победитель конкурса. Азан – это сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, да, в нашем исламе. Ощущения какие? Благодарю Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля за победу. И благодарю я своих учителей. Один из учителей у меня, который учил читать Коран, Эшон, устаз. И сегодня он был у нас в жюри, Джаляль, устаз Джаляль. Также свои таланты в исполнении азана продемонстрировали самые юные участники конкурса. В итоге возрастной категории до 14 лет победу одержал Камиль Джанкёзов. Всех победителей и призеров отметили грамотами и денежными призами. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Джигута.